Так, ну что, начнем, товарищи, на занятие. У нас сегодня тема понятие производства. Товарищам, которые не посмотрели, мы, поскольку записываем, пока еще не вывесили ту лекцию, которая была, потому что товарищ, который вывешивает, пока в командировке был. Вот, а так мы будем вывешивать лекции, можно будет, если бы человек по каким-то причинам не смог посетить, может будет познакомиться. Значит, поскольку речь у нас идет о социально-трудовые конфликты, то я думаю, всем понятно, что они происходят где? На производстве. Вот, на производстве. Это главная сфера, где происходят социально-трудовые конфликты. Вот. Но что касается того, что такое производство, мало кто это знает. Не в том смысле, что совсем не знает, а не знает точного понятия, что это такое. Или путает с понятием труда. Вот мы должны эти понятия разделять. Вы разделяете труд и производство? Ну, да. Разделяете. Можете сказать, что такое труд, что такое производство? Ну, если общий чертак, то труд – это так. Процесс, который осуществляется человеком именно целенаправленным для производства чего-либо. Вот. Значит, если труд осуществляется нецеленаправленным человеком для производства чего-либо. То есть надо знать, что такое производство, тогда будем знать, что такое труд. Что же получается более сложной категорией? Труд. Потому что труд определяется через производство. Производство более простое, а труд более сложное. На самом деле труд является более простой категорией. Потому что труд был при самых разных видах производства, правда? Вот если мы возьмем различные способы производства и общественно-экономические формации, то мы знаем, что был труд и при первобытно-общинном коммунизме. Был труд при рабовладении, рабский труд, да? Был труд при феодализме крепостных. Был труд и есть труд при буржуазном строе, при капиталистическом. Был труд и при коммунизме, там, где есть, там, где была построена первая фаза коммунизма, то есть при социализме. То есть самые разные формации, в каждой формации труд все-таки представлял такую деятельность, которая, надо сказать, в которой не то подчеркивалось, в какой это формации делается, а в том, что этот труд создает материальные блага. Это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Слово «производство» можно не употреблять. Духовных ценностей. Вопросы? Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. У Маркса это называется труд в политико-экономическом смысле или в смысле Адама Смита. Почему? Почему это деление такое выделяется? Потому что потребление материальных благ является вечным условием человеческого существования. В чем состоит великое открытие Маркса и Энгельса? Великое и простое одновременно. Потому что для того, чтобы заниматься наукой, искусством и другими духовными вещами, нужно есть, пить и одеваться. Поэтому нужно всегда различать деятельность по созданию материальных благ, которая составляет основу всякой другой человеческой деятельности. И деятельность по производству других благ. А какие? Какая еще деятельность есть? Это деятельность, которая связана с тем, что непосредственно преобразуется человек. Например, врач. Что является предметом его деятельности, предметом его труда? Человек. Вот если деятельность направлена прямо на человека, на удовлетворение его потребностей, но не через материальные блага, а непосредственно, это услуга. А если мы имеем дело с духовной деятельностью в сфере производства идей, в сфере, скажем, искусства, которое есть постижение в образах, то это преобразование форм общественного сознания. То есть вот эта деятельность непосредственно не направлена ни на производство материальных благ, непосредственно не направлена на человека, но и она преобразовывает формы общественного сознания. Итого вообще появляется, или можно выделить, три вида труда. Первый – это материально-производительный труд, или труд в узком смысле. Труд в узком смысле – это труд по производству материальных благ, когда основным
И непосредственным результатом является материальное благо. Вот я бы здесь обратил ваше внимание на слово «непосредственным», потому что опосредственно очень многие могут влиять на производство. Например, производство немыслимо без управления. Маркс даже специально пишет, что всякий, говорит, не непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Современное производство нуждается, во-первых, в ученых, которые разрабатывают и не только то, что будут производить, но и сами заводы проектируют. Современное производство нуждается в конструкторах, которые конструируют те средства производства, которые будут технологическим воплощением науки. Маркс в одном месте так написал: «Воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой». И некоторые не очень добросовестные люди из этого выдернули вот последнюю фразу: «Наука становится непосредственной производительной силой». И у них получилось, что прямо вот наука непосредственно создает материальные блага. А у Маркса написано, что когда она воплощается в основном капитале, она становится непосредственной производительной силой. А если нет, ну, она остается всеобщей общественной производительной силой, и так написано в капитале. Наука есть всеобщая общественная производительная сила, потому что наука, она может повлиять на развитие главной производительной силы рабочего и на развитие средств производства. В итоге опосредственно она влияет на все. Наука влияет на все. Причем теоретическая наука, она ведется так, что, дескать, люди ищут истину, и все. Никто не думает о том, как ее применять, если речь идет о теоретической науке. Это потом выясняется, что без данных теоретических наук не может быть прикладной науки. А прикладная наука своей целью имеет непосредственно изменить что-то уже в производстве. Ну вот я хочу привести такой пример. Все время люди пытались, так сказать, строить разные башни. Так, в том числе Вавилонскую хотели построить. Потом, когда началась эра телевидения, стали строить вышки телевизионные. Кто больше? В Ленинграде 318 метров. В Москве очень интересную конструкцию сделали, башню из катушек, такие как катушки для ниток. Они стоят и натянуты тросы. И поэтому в случае, скажем, сильного ветра она может раскачиваться без того, чтобы она повреждалась. Вот на эти самые катушки, как вот позвонки в позвоночнике человека. И пожар был, если вы помните. Ну, да. Вот. Но это, так сказать, не повредило саму конструкцию. Потому что конструкция в этом смысле замечательная. Также сделаны антенны, наверное, видели на военных автомобилях. Вот они из таких вот катушечек так сделаны. Все меньше, меньше, меньше они. И им приходится в самых разных условиях двигаться. Она болтается, эта антенна, но она существует. А параллельно, и независимо от этого строительства башен, в Москве уже 512. Значит, если дальше бы дело пошло, наверное, 1000 метров стали бы делать. А то некоторые уже думают, нельзя ли сделать 20 километров. Но параллельно развивались и работы по запуску космических ракет, и, наконец, вот запустили спутник. Что такое спутник? Спутник, он все время как бы падает на Землю, но он летит с такой скоростью, что... Он падает и все время так вокруг Земли он и ходит. Когда стали запускать стационарные спутники, то что получилось? Что вот спутник вращается вокруг Земли с такой же скоростью, с какой вращается Земля. С такой же угловой скоростью, хотя он, конечно, пролетает гораздо большее расстояние, чем вот точка на поверхности Земли. И вот если с такой скоростью летит спутник, получается, что он стоит над этой точкой неподвижно. Неподвижно. А раз он стоит неподвижно, то можете себе представить, сколько бы вы должны были потратить материалов, чтобы на эту высоту поднять башню. Да и невозможно было бы, потому что никакая башня бы не устояла на таком расстоянии. То есть то, что было вот как бы достижением теоретической науки во многом, оно привело к тому, что сегодня надо несколько спутников запустить, и после этого вы получите такую систему, которая обеспечивает всю телефонную связь, всю радиосвязь, телевизионные системы по всей Земле. Ну и, скажем, сейчас есть вот система у нас,
ГЛОНАСС и американская система GPS, которая позволяет вам с помощью телефона или с помощью специального устройства определить вообще свое местонахождение через спутник. Или если вам нужна карта, вы включаете на компьютере, и вы видите через спутник землю, которая снята. И совершенно спокойно можете выбрать себе маршрут. Поэтому, конечно, наука является всеобщей общественной производительной силой, но непосредственно ученые производят, что ученые производят? Идеи. Поэтому, скажем, несмотря на то, что я читаю лекции, и мне тоже хотелось бы, так сказать, приподнять вид этого труда, я не могу вам обещать, что у меня сейчас начнут жареные рябчики выскакивать, как только я начну говорить о сельском хозяйстве. Поэтому это вот я вам не обещаю. Вот. Точно так же, как великие открытия, если они не будут реализованы, они останутся открытиями, по-прежнему великими, но значение их не будет реализовано должным образом. К сожалению, у нас вот уже где-то в 80-е годы в Советском Союзе мы находились на первом месте по числу изобретений и очень на плохом месте по внедрению этих изобретений. Ну вот представьте себе, что вот вы изобрели станок, обрабатывающий центр, и отвезли его в Центральную Африку. И научили одного работника, там негра, работать на этом станке. Но это вполне возможно. И что изменило это? Ничего не изменило. А если у вас вся промышленность поставлена на таких станках, это совершенно другой экономический уровень, другой производственный уровень. Так что вот такая картина. Поэтому одно дело открыть, а другое дело распространить и внедрить. И отсюда и существует даже две концепции, новейшая из них, две концепции научно-технического прогресса. Новейшая из них, вот, можно сказать, обязана работам Василия Яковлевича Ельмеева, доктора экономических наук и философских наук, заслуженный деятель науки РСФСР нашего университетского ученого, и Виктора Георгиевича Долгова, доктора экономических наук, которые разработали теорию потребительной стоимости. То есть надо оценивать технику. Не как при капитализме оценивается обычно, а обычно по затратам. Вот это вот столько затрат, для этого срок. А надо оценивать технику принципиально противоположным образом, по экономии труда у потребителей. Вот у меня два экскаватора. Один дешевый, другой дорогой. Какой взять? Это еще неизвестно. Надо посмотреть. Если этот экскаватор мы внедрим, он даст, скажем, экономию 1 000 000 часов. Широко внедрим. А затраты на его производство, они достаточно большие, надо взять с минусом, так? Правильно? Мы же это затратили. Вот экономия у потребителей, кто такие потребители? Кто роет землю, кто берет этот экскаватор, использует и другие землеройные машины. Вычесть затраты на производство, еще вычесть затраты на обслуживание, и будет чистая экономия. И смотреть, по какой машине чистая экономия больше. То есть, если у нас ходил вот ЗИЛ-130 широко по всей стране, так одно дело было два у нас ЗИЛ-ка таких, или, так сказать, сотни тысяч. Принципиально другая экономика становится, и транспортная система. Поэтому надо смотреть не сколько вы затратили, а сколько сэкономили потребители того, что вы сделали. Посчитать. Или вы хотите заняться повышением квалификации, скажем, преподавателей, повышением квалификации техников. Если вы повысили их квалификацию, это все равно, что вы вместо этого человека привели другого, более квалифицированного. Этот вот сдвиг экономический, как измерить, чем он меряется? Он меряется тем, а что получило общество, какую экономию труда от этого. Если в итоге этого он быстрее стал работать, брать более квалифицированную технику или обслуживать ее быстрее и более квалифицированно, получилась экономия труда у потребителей. Вот по экономии труда у потребителя надо оценивать повышение квалификации. Остается еще один вид продуктов, которые производятся. Это предметы потребления. Значит, меняется предмет потребления. Изготавливается по-другому. Теперь другой способ. Но удовлетворяет ту же самую потребность. Раз он ту же самую потребность, то надо посмотреть, в чем же будет экономия. Если никакой экономии не будет у потребителей, так хоть вы его меняете, хоть не меняете, только выиграют только производители. А надо посмотреть, какой будет общий выигрыш. Общий выигрыш может быть такой, что, значит, часть экономии от производства получат потребители,
раз новый уже продукт. А часть производителей, то есть как бы она делится на две части. Но по экономии от потребителей общество должно оценивать. Ну что производители, это пусть производители сами оценивают. А для общества важно, что вот потребители теперь сэкономили. То есть вы должны были покупать какой-то продукт, теперь он стоит меньше, цена стала меньше, вы, значит, можете ли меньше работать на эту же величину. Или, то есть сокращение рабочего дня, свободное время, развитие духовное. Либо вы приобретаете другой продукт, поскольку вы сэкономили на этом. И эта вот система тогда экономии, оценка по экономии труда, она толкает к постоянному снижению цен. Потому что оценивается по экономии, а не по тому, чтобы увеличить, надуть, собственно говоря, цену. У нас же пока вот процесс продолжается вот все прежний. Прежний и отсталый. Ну вот, я обратил ваше внимание на одну характерную такую и самую главную черту в определении видов труда, что является непосредственным результатом. А посредственный результат может быть какой угодно. Например, вы пришли в театр, посмотрели, как выступает балерина. Вот у нас вот выступает прекрасно в нашем театре. У нас прекрасная школа балета. Лопаткину пойдите посмотрели, и на завтра вы так хорошо работали, что у вас повысилась производительность труда. Можно считать, что вот благодаря балерине, что она вот сделала так здорово фаэте, вы посмотрели и утром так вы так представляли, и так хорошо все работали, что получили экономию. Влияет она? Влияет. Потому что она повлияла на человека, а человек – главная производительная сила. Или посмотрели в кино, видели, какой труд героический, видели, как люди самозабвенно трудятся. Ну и вам тоже захотелось, человек хочется повторить этот трудовой код. И получается, что вот кино может повысить производительность труда. Кого? Ну, если кинематографистов, то это, говорит, мало общества от этого толку. Оно повышает производительность труда. Здесь я лектор. Производительность труда, прошу прощения, тех, кто является потребителем этого. Потребителем вот этого искусства. Он пришел, посмотрел, или говорят, я был потрясен. Человек одухотворенный, конечно, может созидать более высокие вещи. Скажем, вы пойдите в московское метро, вы увидите это произведение искусства. Правильно? И у нас кое-какие старые станции, например, если вы возьмете Пушкинскую, скажем, Автово там. Так? Так Автово уже считается, что самая красивая станция метро. У нас. Не знаю, вот я думаю, что в Москве покрасивее есть станции. Но это спорный вопрос. Во всяком случае, это произведение искусства. Человек же, почему считается вообще архитектура самое высокое искусство, что вот для другого искусства вам надо пойти в музей или в театр, или открыть книгу. А здесь вы каждодневно, хотите не хотите, вы одухотворяетесь, потому что вы общаетесь с такими шедеврами. Поэтому, вот скажем, не случайно, что вот говорят, сталинская архитектура. Когда они считали, что это вот излишество, то, что здесь красиво построен дом. И мы уже прекрасно понимаем, что, оказывается, излишеством считали надежность, прочность, скажем, высота потолка. И кто-то, кто читал «Капитал», тот не забудет, что никто квадратные метры не мерил. Когда оценивали, как живут рабочие английские, мерили кубометры. Если у вас высокие потолки, то вот из форточки воздух идет вот так. Не так, что он проходит и мимо вашей спины, чтобы у вас начался радикулит, а он идет наверх, а туда поднимается снизу старый воздух, уходит обратно. А если у вас низкие потолки, то совсем другой процесс. И они не давят на человека. Посмотрите, у нас получается, как если старые здания, значит, высокие потолки, если нижние, то такие пришибленные. И вот, скажем, это хорошо видно в Думе. Дума состоит из двух зданий. Это бывшее здание Госплана, а старое здание Госплана, там высокие потолки, удобные кабинеты. Кому из депутатов там попало, туда сейчас там находиться в этом помещении, ему хорошо. А если вы возьмете новое здание из стекла и бетона, там душно летом, там плохо работать. Но они вот в этом смысле на равных. То есть... Не будем, вот когда мы делим на производительный, материальный производительный труд и труд духовный, мы не говорим, что это важно, это не важно. Все важно, как в стихах говорится, в детских даже. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Раз началось разделение труда,
то для того, чтобы общество существовало, надо, чтобы все это соединялось в той или иной форме, обязательно. И без разделения труда прогресс бы не осуществлялся. Хотя вот самые первые шаги в разделении труда состояли в том, что рабы работали, а рабовладельцы не работали. Соответственно, не работали первые ученые, не работали жрецы. И вот это разделение труда на умственный и физический труд, оно лежит вообще разделение, в основе разделения на классы. Когда говорят на перспективу о том, что необходимо уничтожить различия на классы, и говорят, что для этого нужно, как Ленин писал в «Великом почине», уничтожить различия и между городом и деревней, чтобы не было так, что здесь смог, и сказать, людям дышать нечем, и здесь каменные джунгли, а в деревне вроде бы природа и хорошо, но нам не хватает там, этого нет, искусства нет, не хватает библиотек, не хватает медицинской помощи и так далее. И в свое время Маркс писал, что там люди страдают от идиотизма сельской жизни, потому что они не могут там развиваться, при том, что ну вот вы будете накормлены, все будет у вас хорошо, но вы не сможете развиться так, как люди могут в городе. А в городе развиваются, но они деградируют, они заболевают и умирают раньше. Поэтому преодоление разделения труда между городом и деревней, умственным и физическим трудом, это было всегда одной из целей ученых, которые думали о будущем человеческого общества. Но в технологическом плане невозможно это разделение преодолеть. Всегда будет труд вот такой или такой. Правильно? В технологическом плане. Поэтому в науке стоит по-другому вопрос. Преодолеть разделение труда между людьми. Как это можно сделать? Вот если вы будете иметь не 8 часов рабочий день, не 9, не 10, как сейчас бывает. И вот, скажем, наши магистры, они жертвы этого разделения труда, потому что многие из них работают. А поскольку они работают, то им уже поставили занятия вечером, как вечерникам. Вечернее закрыли и сделали вечернюю магистратуру. Получилось, что люди учились на дневном, а оказались на вечернем. А речь идет о другом, что когда человек будет 4 часа работать непосредственно, то свободное время у него может быть там 5 часов в день. Вот 4 часа вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь, а 5 часов вы играете на скрипке. Вы кто? Ну, если вы на скрипке играете 5 часов, а непосредственно на службе вы находитесь 4 часа, то вы скрипач. То есть тогда то, чем человек занимается вот в порядке отдания долга обществу, не занимает, так сказать, всю его жизнь, не определяет всю его деятельность. Если сейчас вы говорите, этот человек инженер, и все. У него и мышление такое, у него и образ жизни такой, а этот человек, воспитатель детского сада, она обычно не только на детей, она и на взрослых кричит громко. Или, скажем, учителей менторский тон и так далее. Или там люди, которые занимаются преподаванием, вот они занимаются, много разговаривают, они все разговаривают, их остановить невозможно. Я имею в виду нашего брата. То есть мы потому что должны говорить, если надо, и 24 часа в сутки. Поэтому бойтесь преподавателей. Поэтому все очень часы ограничены, не только потому, что это нужно для вас, но и чтобы ограничить, потому что можно ведь бесконечно о чем-то рассказывать, а жизнь конечна наша, и мы должны двигаться вперед. Поэтому преодоление разделения труда между людьми совсем не означает, что все будут заниматься всем одновременно. Нет, означает, что они будут заниматься какую-то часть времени тем, что совершенно необходимо обществу, независимо от того, нравится ему это или не нравится. Желательно, чтобы нравилось. И в свободное время будут заниматься тем, что для них представляет собой наивысшую ценность. Почему свободное время определяется именно так, что это время для свободного развития? То есть вы трудитесь не из соображений, вам это нужно для того, чтобы прокормить семью или прожить и так далее, а вы трудитесь из сознания необходимости трудиться на общую пользу. И только. Вот это свободный труд. А труд, в целом, он частично свободный, а частично он связан с некоторыми необходимыми предметами. Я не думаю, что когда-нибудь будет такая потребность встать 4:30 и поехать, вот как сейчас делают водители трамваев или троллейбусов, на линию. У вас есть такая потребность встать 4:30?
Это вот редкая такая потребность. Хотя привычки такие бывают, люди. Но, например, передача интересная 8:30 или в 9:00. А им, если они не лягут спать, они не выспятся. Если не выспятся, они изнашиваются, их организм очень сильно. И люди, которые в метро убирают это метро и моют, там все время чисто. Утром люди приходят, там все убрано, чисто, хорошо. Это что, люди, которые любят ночью работать? Да. Так что мы должны это тоже учитывать. То есть разделение труда, если оно не связано с сокращением рабочего дня, может порабощать человека. Вот интересно, что в программе РКПБ, которую подготовил Ленин и которая была принята в 1919 году на 8-м съезде РКПБ, значит, было записано, что в дальнейшем при общем увеличении производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством 2 часа для каждого работника уделять обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. То есть вот Ленин предполагал, так сказать, практический переход к тому, чтобы все на время становились бюрократами, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Почему трудно поймать бюрократов? Да потому что вы не разбираетесь в том, что они делают. Вы не знаете все эти тайны. А это управленческий труд – некая тайна. Хотя есть у нас другие звенья государственного аппарата, которые разбираются. Вот сегодня в газетах сообщение о том, что арестовано все руководство Республики Коми во главе с главой Республики Коми. Поскольку он организовал преступное сообщество. Причем организовал так, что вот деньги из бюджета попадают сначала на развитие предприятий, вроде бы и нужных, а потом с этих предприятий деньги утекают в офшоры, на те фирмы, которые созданы вот членами этого преступного сообщества. Но они все на, так сказать, государственных постах. И, в общем, долго не могли определить, что это преступное сообщество, потому что даже цитируется и Владимир Владимирович Путин, дескать, вот он хорошо работает, вроде бы, так, хорошие показатели и так далее. Но Следственный комитет это все раскопал. Но это не единственный случай, мы знаем. К сожалению, стремление к этому есть. И если будет это жесткое разделение труда, то есть если я ничего не понимаю в управленческом труде, как я могу это проконтролировать? И весь разговор про контроль за деятельностью управленцев – это пустые слова, если люди не будут участвовать. В 30-е годы был такой опыт социалистического совместительства, когда рабочие как несколько дней работали в государственном аппарате. И шефство предприятия над учреждениями. Вот это предприятие шефствует над таким-то отделом исполкома. Поэтому исполком должен приходить, рассказывать, отчитываться. Они имеют право поднять всю документацию, спросить, задать любой вопрос, выяснить, почему так. Что это не закрытая какая-то сфера. А если это для людей, если я для вас работаю, так вы можете проверить, что я для вас сделал? Ну, а если вы не можете проверить, то вы почему думаете, что это для вас? Это уже странно. Только говорить, у нас все для вас. А что это для вас? А вот не скажу. Поэтому это вот очень важное дело. Поэтому и сама проблема вот этого самого разделения труда, она очень интересная и глубокая. И если мы рассматриваем сам труд, то мы к таким интересным выводам можем прийти. Но мы при этом все-таки, когда говорим о труде, отвлекаемся, а в какой общественной форме происходит труд? Ведь есть разница. Какая форма производства при этом есть. Можно копать, как говорится, лопатой при рабовладении прекрасно, при первобытно-общинном коммунизме можно было, но лопат не было. При феодализме, при капитализме, при коммунизме. В чем же дело? Дело в том, что понятие производства гораздо более сложное, чем понятие труда. И если еще что такое труд, так люди могут ответить сходу, то что такое производство, то вот, как правило, сходу отвечают неправильно. Маркс определял производство как процесс присвоения предметов природы. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения
предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То, что вот определение производства не совпадает с определением труда, это легко обнаружить. Очень легко обнаружить. Если труд по существу определяется как процесс, совершающийся между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей, то производство может совершаться и тогда, когда труд какое-то время вообще не совершается. Например, вот в сельском хозяйстве бывают такие периоды, когда труд не применяется, а производство идет. Бывает. Как когда? Потому что пожары имеются в виду, когда невозможно, допустим. Почему пожары? Это обычно, в обычном процессе. Растет. Когда будет у нас... Сейчас у нас уборка урожая заканчивается или закончилась, да? Зерновые убрали. Когда у нас сажают озимый? Вероятно, летом. Озимый? Не в курсе всех тех. Не лет. Вот сейчас как раз озимый будут сажать. Сентябрь. В октябре они уже взойдут. Или в конце лета, или в начале осени. Озимые. Ну и вырастут они вот где-то вот до такой высоты. Не видели, как озимые растут, нет? Вот такой зеленый изумрудный ковер, красивый. Прямо целое поле, зеленое, замечательное. А потом что? А потом снег пойдет, зима. Труд будет совершаться? Во-первых, труд, когда применяют для того, чтобы посеять озимый, труд этот механизированный, выехали сеялками трактористы, засеяли поле. Но перед этим его обрабатывают, конечно. Сначала пашут, потом баранают. Потом вносят, если надо, удобрения, и, наконец, засеяли. И вот зашли озимые. Что дальше? Зима. А что такое зима? Снег пойдет, укроет эти озимые. Производство идет? Производство, да. Зерновых идет производство? Идет. И сколько оно будет идти? Оно будет идти и когда. Если не придется пересевать, иногда вымерзает, потому что мало было снега, плохо укрыты озимые, и приходится иногда пересевать какие-то участки. Если этого не надо будет делать, то когда рука притронется к этим, труд, когда будет совершаться для уборки, только когда будет уборка. Это уже летом. В июле, в августе приедут комбайны. И я хочу вот вам сказать, что у нас производство хлеба давно уже высоко механизировано, потому что после этого комбайнов в автомобиле, из автомобилей идут на мельничные комбинаты, вернее, отправляют в соответствующие башни, где колосовики стоят, куда зерно отправляется. Это зерно там будет перемешиваться механически, чтобы оно хранилось. Потом оттуда оно отправляется на мельничные комбинаты и делается мука. Мука перевозится на хлебокомбинаты. Хлеб производится тоже в основном. Не вручную. Вручную идет вот закладывание в эти полиэтиленовые мешки и закрывание этих мешков. Поэтому могу вам доложить, что производство хлеба у нас давно-давно рентабельное. И когда говорят, ой, так у нас там затраты растут, оно выгодное всегда было. Потому что практически рука человека вручную производство хлеба не касается. За исключением упаковки. Хотя и упаковку, наверное, я тоже думаю, можно его механизировать, или она механизируется. Значит, целые периоды производства идет, а затрат труда не идут. Или в производстве вина. Вот сделали сусло, вырастили виноград. Понятно, что тут труд идет, конечно, для выращивания. Но тут вы тоже понимаете, что сначала надо виноград посадить и время от времени там подрезать, ухаживать, но не все время стоять и смотреть, как будет выращиваться этот виноград, или трясти его. То есть тут нет такого постоянного действия. Затем собрали урожай, в основном вручную еще собирают, так? Собрали урожай, его давят, этот самый виноград. Говорят, что девушки ногами давят, не знаю, я думаю, сейчас уже не так. Ну, в Испании,
Да, я думаю, что есть возможности подавить. Подавили, получили сусло, из которого делать либо вино, либо соки. Вот, сделали вино. Вино перебродило, залили в бочки дубовые, закрыли и поставили в погреб. Чем дольше стоит, тем больше выдержки. Чем больше выдержки, тем дороже стоит. А труд применяется? Ну, бывает, что и применяется иногда там. Бывает, что приходится там переливать. Следят за этими бочками. И вот, допустим, вино 11-летней выдержки. Представляете, какая сила в нем заключена? 11 лет сидели мужики, смотрели на это вино и не выпили. Вот сила воли. Поэтому так и ценится выдержанное вино. А труд не применяется в это время. Поэтому уже по этому формальному признаку уже нельзя путать такие два понятия, как труд и производство. Труд может и у Робинзона вместе с Пятницей быть, да? Вот там никого не видно больше, кроме них. Вот они трудятся и себя как-то обеспечивают. А производства там в этом смысле нет. Так что ж такое производство? Вот я даю определение Марксова. Это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Теперь нам остается только разобрать все тут слова, чтобы не было такого слова, которое мы не понимаем. Что такое процесс, знаете? Понять понимаю, а выразить именно как... А вот Гегель говорил так: понять, значит, выразить в понятиях. А почему? Потому что если вы... Вот вы же сейчас закончите обучение и должны будете кому-то передавать. А если вы не можете выразить, вы не можете передать. А раз вы не можете передать, значит, вот Гегель говорит, значит, вы не поняли. То есть понять, значит, выразить в понятиях. Поэтому я вот на этом останавливаюсь, не пробегая этот момент, а мы давайте мы разберем, что такое, вот ни одно слово, чтобы не получилось, что мы не знаем, что это такое. Процесс – это изменение во времени. Правильно? Когда вы слово «процесс» услышали, значит, тут время присутствует. Идет процесс. Да, это что? Совершается процесс. То есть совершается процесс в течение какого-то времени. Правильно? Всегда. Это раз. Присвоение. Что такое присвоение? Знаете? Я не уверен. Ну, присвоение, то есть забирают себе что-то. Что такое присвоение? Ну, что забираю себе? Ну, хорошо, вот я взял, вот я вижу телефон, я положил себе в карман. Это присвоение, да? Нет, это по-другому называется. А как это называется? Я считаю, что это методический урок. Так что такое? А, ну скажите, что такое присвоение? Может, я неправильно понимаю? Что такое присвоение? Ну вот. Ну, присвоение, когда есть что-то, да, и ну, вот это что-то. Делает это своим. Ну, может, я ошибаюсь. Ну правильно делать. А что значит делать своим? Да понятно. Вот что нужно сделать? Давайте я на него напишу Попов. Тут уже написано. Уже написано? Сверху там. Нет, на телефоне. А что мне бумажку подсовываете? Ну как сделать своим? Что значит сделать своим? Ну вот я хочу сказать, что это кажется, что вот просто, на самом деле, ну вот, так сказать, теоретики бились над тем, чтобы разобрать эти вещи. Вот Маркс говорит, почему говорят великие ученые? Великие, они простые вещи, правильно делаете, надо на всякий случай убрать. Они раскрывают их, чтобы не было никаких сомнений, что это означает, чтобы не было никаких секретов, чтобы какая-то наука – это тайна. Это не тайна. Наука должна раскрывать все в понятиях. Истина – есть движение к тому, чтобы создать образ того, что вы изучаете. Правильно? В понятиях. И вот присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Присвоение, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Ну вот, к примеру, идете вы по магазину, супермаркету, дошли до хлебного отдела, взяли кусок булки, откусили, идете и жуете. Это присвоение?
Ну, другие говорят, я же жую, значит, превращение в процесс подпадает. А когда я проживал и проглотил, это уже не присвоение, а пошло уже усвоение. Видите разницу? А присвоение – это когда я пошел. И вот если вы, как вы из магистратуры идете, как раз в магазин сейчас, вас не остановят, я думаю. Они удивятся только, когда видят, вы булку жуете и пошли. Ну что, из одной булки за вами гнаться? Тем более, вон за бабушкой гнались, которые посчитали, что она масло забрала, так она умерла. А потом разбомбили эти магазины. Поэтому тут, как говорится... Ну и глубина, это вообще с ума сойти. Вот, так что... А как происходит усвоение? Но присвоение иначе понимать нельзя. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. И вот производство есть процесс присвоения предметов природы. Предметы природы, которые существуют вроде от вас независимо, они превращаются в предмет вашей жизнедеятельности. Вот телефон – это предмет природы или нет? Ну, он состоит из них, я думаю. Ну, что произвела на свет природа. Да, независимо от нас люди это присвоили, получается, да. И произвели. Вот это называется очеловеченная природа. Очеловеченная. Это из чего сделано? Трудно сказать. Возможно, из дерева. Да. Ну, там с клеем, там и с прочим, с этим. Да. Но это очеловеченная природа. Вот этот кирпич. Кирпич еще делает. Не знаете? Из глины. Глину обжигают и все. Находят такую глину. Вот у нас, скажем, у меня дядя работал катером на кирпичном заводе на Красной Звезде. Это вот, если вверх по Неве ехать будет, вот. Напротив поселок Понтон и напротив Красная Звезда, а перед ней еще Невский лесопарк. Копают карьер, выкапывают глину, специальную глину, разные виды. Вот, хорошая очень кембрийская глина. В парке Победы был, в Московском, там кирпичный завод был. Там тоже в парках теперь пруды, там купаются. И вот этот, что такое? Чего? Какая куртка? Ну, заходите, Петерик. Спасибо. У меня скалы. Вам выговор. Занесением в память. Делают из них просто, формируют кирпичей, обжигают. И то, что было, так сказать, таким серым, серым и мягким, превращается в твердое и очень надежное. И, как говорится, потом... Сколько не проходило дней, вы же знаете, что кирпичные стены стоят и стоят, и нет с этим никаких проблем. Цемент. Ну, тоже делается из природных материалов, но есть такие цементные печи, которые предполагают обжиг, после которого уже это вещество, которое получается в результате обжига, реагирует с водой и превращается в такую смесь, который затвердевает, и уже с водой никак не реагирует. И уже трудно с ним бороться. То есть мы имеем дело с природой или девственной, и все меньше и меньше ее становится, да? И очеловеченной природой. Чем отличается лесопарк от парка? Тем, что он похож немножко на лес, но дорожки там уже. И уже там не то же самое, что... А лес от лесопарка отличается тем, что он... В основном регулируется так, природным образом, а уже лесопарк регулируется человеком. Если человек не будет поддерживать, вытопчут весь этот лесопарк, потому что он находится в городе. Скажем, Сосновский у нас есть лесопарк, или есть лесопарк удельный и так далее. Продолжаем дальше разбирать процесс присвоения предметов природы. Понятно. В рамках определенной формы общества. Какие мы знаем формы общества? Знаем мы 5 способов производства и, соответственно, 5 общественных форм производства. Первобытно общинный коммунистический способ производства и, соответственно, первобытно общинный коммунизм. Человечество прожило при первобытно общинном коммунизме 90 тысяч лет примерно. И всего там чуть больше 2000 лет по окончании. После этого... Начинается, когда производительность труда выросла настолько, что один человек мог прокормить другого,
смогло появиться рабовладелие, рабовладельческий способ производства и рабовладельческого общества. Здесь уже был в силу разделения труда рассвет уже и наук, и искусств наблюдался, правда? И религии тоже. Дальше. Феодальное общество связано с тем, что появились такие средства производства, которые несовместимы с их рабским использованием. И поэтому состоялся переход к другой форме производства, к феодальному производству. И, наконец, когда появилось машинное производство, когда новые средства производства уже были несовместимы с использованием их крепостными, которые видели в них своего врага, в средствах производства, так сказать, в них олицетворялся тот, кто их эксплуатирует, значит, мы получили буржуазное производство. И, наконец, когда эти три формы частного производства проходят, появляется следующая форма – возвращение к общественной собственности, но на новой материально-технической основе. На новой. То есть, когда мы имеем дело с общественной собственностью, вышедшей из капитализма. И вот коммунизм, вышедший из капитализма, называется социализмом. Но такого способа производства социалистического нет. Есть коммунистический способ производства, который имеет два этапа. Первый этап – это коммунизм, вышедший из капитализма. После переходного периода появляется коммунизм, который еще несет следы капитализма. В частности, неравенство между городом и деревней, людьми умственного физического труда, между мужчиной и женщиной. Вот об этом написано очень хорошо в «Великом почине» у Ленина. И можно считать, что имело место не три, не пять формаций, а три. Первобытный коммунизм, отрицание в виде рабовладения, феодализма и капитализма, то есть вот частно-собственнический способ производства, и развитие общественного характера производства уже при капитализме, и возвращение к общественной собственности как отрицание. Почему можно сказать, что коммунизм есть уничтожение частной собственности? Потому что стремления или попытки возродить частную собственность могут продолжаться, и они отрицаются. И коммунистическое общество сохраняет себя тем, что оно все время не допускает, отрицает частную собственность. Вот таков, так сказать, ритм развития. Сколько видов способов производства, столько и видов производства. Значит, не может быть производства вообще. Когда люди говорят о производстве вообще, это пустая абстракция. Энгельс очень хорошо на эту тему говорил, что можно, конечно, поговорить о производстве вообще. Есть производство, есть отношения по производству, есть средства производства, есть орудия производства. Так, есть производители, то есть рабочие или работники, и все. Больше нечего об этом сказать. У производства сущности нет. Сущность есть либо у рабовладельческого производства, либо коммунистического первобытного, либо у феодального, либо капиталистического, либо вот у коммунистического, которое вышло из капиталистического. Вот у них есть сущность. А это вот такие абстракции, которые можно всегда взять, но и которые ничего не дают. Точно так же, как некоторые думали, что появится какая-то наука об управлении. Вот в качестве такой науки планировали, видели кибернетику, что будет наука о том, чтобы управлять. А что такое управление с такой точки зрения? Ну вот, мне приходилось этим заниматься специально, у меня даже есть ученые звание, доцент по кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. И я несколько раз пытался почитать курсы по менеджменту, и каждый раз останавливался на том, что кроме общих фраз далеко там не уйдешь. Почему? Потому что одно дело управлять велосипедом, другое – самокатом, третье – государством, четвертое – самолетом. И каждый раз есть своя сущность в этом управлении. То есть нельзя управление, как воздействие на это движение, отрывать от самого движения, от содержания самого движения. Одно дело управление экономикой, другое дело управление политикой, третье – управление идеологией. И единой науки управления так и не получилось. А кибернетика свелась к технической кибернетике. То есть, если речь идет об управлении техническими системами, так и называется. Техническая кибернетика.
И все. А единой науки в управлении как не было, так и не получилось. Хотя иногда вспоминают, говорят, вот раньше запрещали. Ну как запрещали? Как можно запретить то, чего нет? Нету такой науки. У нас даже в университете было такое отделение на экономическом факультете. Вот здесь. Экономический факультет был как раз вот в этих аудиториях, где мы сидим вот сейчас. Вот здесь. Вот на та стенка уже был философский факультет, а угловая стенка была кафедрой политэкономии. Ну, я вот был аспирантом на этой кафедре. Вот, и учился здесь 3 года, здесь находился. Как раз все годы, это было с 68 по 71 год. У нас было отделение экономической кибернетики. Возглавлял его герой Советского Союза Иван Васильевич Котов. У меня он был научным руководителем по кандидатской диссертации. А кафедра называлась «Экономика математических расчетов», которую он возглавлял. Но мы шутили и говорили, то ли кафедра подсчетов, то ли кафедра обсчетов. Но она уже не называлась как отделение. А чем занималось отделение экономической кибернетики? Я на нем потом преподавал политэкономию по окончании аспирантуры, будучи кандидатом экономических наук. Ну, мы занимались применением математики в экономике. Никакой кибернетики там и духу не было. Но название такое вот в ходу было. Не знаю, сейчас остается оно. Наверное, так и остается такое же название. Оно никому тоже и не мешает в этом смысле. Вот что у нас получилось. Так вот, для того, чтобы производить, для того, чтобы совершать вот это самое присвоение, о котором мы говорили, люди должны вступать в определенные отношения. Правильно? И вот те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить, чтобы присваивать, называются отношениями присвоения или производственными отношениями. Производственными отношениями. Производственные отношения – это и есть экономические отношения. Вы можете обратить внимание, иногда говорят, причем в серьезных документах государственных, мы вот занимаемся экономическими и социальными отношениями. Так можно сказать? Это грубая ошибка, причем логическая. Есть все... Ну, глупость получается. Социальная сфера – это... Что такое социальная сфера? Это все общественные отношения. А ядром общественных отношений какие являются? Экономические. Как же экономические отношения, ядро социальных отношений вынесли за рамки социальных отношений. Как правильно написать? Экономические и другие социальные отношения. Это будет правильно. А экономические и социальные – неправильно. Точно так же, как можно написать «яблоки и другие фрукты», а вот если написать «яблоки и фрукты», ну это просто ляпсус. Или «ягоды и малина». Можно так сказать? Но малина – что же ягоды? Поэтому... Причем основа общества – экономические отношения, они вынесены, и говорят, экономические и социальные. А что там остается социальных? Остаются отношения там политические, идеологические и так далее. Правильно? Вот с этим определением производства связано и понятие собственности, которому тоже не повезло, надо сказать, потому что люди так и не знают, что такое собственность. Вот. Пока, когда я был тут, вот в аспирантуре, у нас был, заведовал кафедрой профессор Колесов, он очень просто объяснял. Собственность – это владение, распоряжение, пользование. Что такое владение, распоряжение, пользование, я вам просто очень объясню. Вот дайте мне сейчас вашу ручку, пожалуйста. Да? Вот я сейчас владею ею. Что значит владею? Вот вы не успеете что-то сделать, а я уже раз ее... Хрясь, и нет ручки. Кто сейчас владелец? Я. И это фактическое господство над вещью. Физическое обладание. Я не собственник, но я сейчас владелец. А чем отличается собственность от фактического господства над вещью? Вот если общество признает, что я должен ей господствовать, признает. Сейчас все вот скажут, Владимир Ильич, вы там не спите, вы признаете, что, скажите, что это моя. И вы скажете, что моя. И вы скажете, что моя. И? А вы пойдете доказывать, что это ваше. Вам никто не поверит. У вас что, есть квитанции на нее? Это очень трудно вам будет доказать. Скажут, ну что вы, это несерьезно. И так далее. То есть, если владение общественным образом опосредствуется,
появляется собственность. Вот если бы это была не ручка, а земля, которую мы бы с вами поехали в Америку, там, где осваивались земельные пространства значительные, так? Колонисты приезжали из Европы, занимали участок и что делали? Ну, огораживали его. И вот если вы на мою территорию сойдете, я достаю кольт и отстаиваю эту свою территорию каким путем? Очень простым, да. Очень простым. Но если я к вам на территорию зайду, тоже без разрешения. И так, сначала-то вы просто колышками огородили, а постепенно закрепились это отношениями, что вот все признают, что это ваша земля, а это вот моя земля. Иногда для этого достаточно нитку натянуть, забор, обозначить границы. Хотя, вы знаете, за межи были всякие страшные битвы, в том числе и в России, правда? За межевые драки. И сейчас еще, когда начинает межевать, тоже тут всякие споры происходят. Но вот когда это вот уже опосредствуется общественным путем, уже не просто владение, а собственность. Если бы я ушел с этой ручкой, и вы бы в следующий раз меня не спросили, так бы она и присохла ко мне. И стала бы она моей собственностью. Правильно? И наоборот, раз я ее вернул вам обратно, значит, а мое временным было мое физическое обладание и господство над вещью, она оказалась вашей собственностью. Почему? Пока вы собственник, вы распоряжаетесь этой вещью. Хочу – дам, хочу – не дам. Поэтому я просил, пожалуйста, а не требовал, а ну отдай. То есть распоряжение у вас, пользование. Пользоваться – это вот не так, как вы сейчас трясете. И пользоваться ручкой – это значит что делать? Писать. Писать, да. Вот надо отличать. Обладание, но я могу обладать, но и не пользоваться. Говорят, у него светлая голова. Ну и что он осветил этой головой? Ничего и не осветил. Ну, значит, у него темная голова. То есть, если бы он обладал, но не использовал, пользы нет никакой. Поэтому ручка существует, чтобы ей писать. Ну вот, распоряжение, понятно, вы говорите, тому дал, этому дал, забрал. Распоряжение, пользование и владение. А собственность более емкая категория. Что такое собственность? Более емкая, определение я еще не дал. Это я к тому, что вот то, что нам давали, я потом прочитал у Маркса гораздо более глубокое определение, то, что нам давали, довольно примитивное. И непонятно, собственно, что такое собственность, потому что оно рассыпалось на три какие-то составные элементы, которые отражают какие-то грани собственности. А что такое собственность-то? Вот собственность у Маркса определяется так. Собственность есть отношение субъекта. А субъектом что может быть? А кто угодно может. Один человек, два человека, общество, коллектив. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Собственность – есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Вот обратите внимание на то, что здесь тоже каждое слово имеет свой точный смысл. Субъект, мы о нем уже говорили. Субъект, может быть, вот если субъектом собственности являются все члены общества, кроме одного, это какая собственность, общественная или частная? Общественная, если все кроме одного. Ну, если кроме одного, какая же она общественная? Не все же члены общества. Частная. Все люди, кроме одного, это часть общества или все общество? Ну, все люди, кроме одного, это часть или все? Часть. Или все общество? Часть. Ну, если часть, значит, частная собственность. Ну, часть. Большая она, маленькая. Мы сейчас не об этом говорим, большая она. Часть общества или все общество? Либо все, либо часть. Либо все, либо часть. Если, значит, все имеют, а я один не имею, так это что же за собственность? Как это общественная собственность? Это не общественная собственность. Или я все имею, только один вы не имеете. Вам понравится такая общественная собственность, когда вы не имеете? То есть общественная собственность предполагает, что все это раз субъект, все вместе взятые. И взяты они не россыпью, не много-много людей собственников по отдельности, а общество как организованное целое является собственником. А любая часть общества, вот говорят, вот есть народные предприятия у нас. Или народные, есть закон о народных предприятиях. Они народные? Нет. Это группа людей, которая сама выступает и собственником.
и работниками. Ну, они выступают двояко, и так, но почему он народный? Так кому принадлежит это предприятие? Оно принадлежит вот этим людям, этой группе, или групповая собственность, то есть частная собственность, или коллективная частная собственность. Коллективная частная собственность создает какой-то товар. Правильно? Какой товар? Вот такой-то коллективный товаропроизводитель производит товар и выходит на рынок. И в свое время Энгельс, рассматривая произведение Дюринга, писал, что это вот такая иллюзия, что тут никакого социализма тут не может быть, потому что просто коллективные частные собственники торгуют между собой. Для торговли не имеет значения, это был один человек или группа людей, какая разница? Вы вынесли этот продукт на рынок, и он по законам рынка дальше движется. Процесс присвоения предметов природы, собственность. Нет, простите, это производство. Собственность – отношение субъекта к объективным условиям производства. Как к своим, да? К объективным условиям производства. У вас на вашу голову собственность есть? Да. Да? А что, это у вас голова объективные условия производства? Что, вы ей гвозди забиваете? Так и крепкая у вас голова? Как вы дошли до жизни такой, что голова ваша стала объективным условием производства? Обратите внимание еще раз. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Вот обратите внимание, что категория собственности нужна для того, чтобы своим объявлять то, что природным образом никак не с вами не сращено и не является вашим. Вот отдайте мне снова вашу ручку, пожалуйста. Вот смотрите, вот она также хорошо смотрится в моей руке. То есть ничего такого нет природного, что... Ну, свистните ей, чтобы она к вам прибежала, если она... Если у вас такая природная связь. Ручечка. А она не прибежит. Почему она не... Потому что... А какой смысл вам применять категорию собственности, чтобы доказать, что это ваша собственная голова? Вы в аварию же не попали. У вас голова на месте. Так, а рука тоже на месте. Но какой смысл доказывать, что это моя рука? Для этого нужна категория какая-нибудь собственности? Категория собственности нужна для того, чтобы объявлять своим то, что не является своим природным образом. Природным образом она – это не ваша ручка. Надо еще ее присвоить. А естественным путем голова. Вот, допустим, попадают люди в аварию, и вот когда начинают разбираться, массовая авария с большими жертвами, и вот начинают смотреть, чья это голова? Чья это рука? Тогда этот встает вопрос. Ну, а в обычном, в порядком, никак он не встает. Потому что вам совершенно не нужна никакая категория, чтобы доказать, что это ваша голова. А вот если речь идет о том, что не является, вот завод у меня в собственности, это говорят, у меня в руках завод. Ну, во-первых, сейчас появились такие объекты собственности, что в руках никак не удержишь. Это еще арбуз я могу удержать в руках. А завод, как я в руках, никак не удержу. Поэтому каким путем можно... сделать своим завод только общественным путем. А естественным путем он своим не является. И не может быть. То есть собственность и соотношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. И хотя, скажем, вот у нас уже есть профессиональный футбол, и футболисты головой играют, но все равно ее как-то язык не поворачивается назвать объективным условием производства. Все-таки это голова. Они не только ей играют в футбол, они еще и соображают, сколько это стоит. Поиграть в футбол. Поэтому голова все равно остается им своими. Вот она не отчуждена, и не надо ее поэтому присваивать. Присваивать приходится то, что приходится отчуждать. Обратите внимание на схожесть этих двух определений. Определение производства и определение собственности. Там, собственно, есть присвоение. И здесь отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Где соль этого определения? Соль этого определения в последней фразе. Как своим. Почему? Потому что пока вы берете отношения, то вы, раз вы берете объективные условия производства, они никак не могут быть вашими. А тут они своими могут быть за счет чего? Что вы их схватили? Только за счет такого соответствующего отношения других членов общества. Если другие члены общества скажут, что это не ваша ручка, а моя, ваше дело, фах, пропала ваша собственность. То есть, вот речь идет не об отношении человека к вещи,
а об отношении между людьми, которые делают вас владельцем вот этой вещи. То есть позволяет вам присваивать ее и позволяет вам закреплять это присвоение. Чем закрепляется? Общественными отношениями. Какими? Прежде всего, экономическими. Но собственность не исчерпывается экономическими отношениями, потому что есть отношения наследования, да, производство никакое не идет, и вдруг дядя умер у меня в Америке, и вдруг мне, не знаю, то ли радость, то ли горе, надо ехать в Америку оформлять свою собственность. Поэтому экономические отношения присвоения или экономические отношения собственности – это не все отношения собственности, а собственность, она еще простирается выше, в сферу права. А экономика не простирается в сферу права. Экономика является основой для всех остальных сфер. Для чего является экономика основой? Для всех других общественных отношений. И в этом, собственно говоря, состоит принцип, который гласит, что общественное бытие определяет все другие общественные отношения, в том числе и общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. И рассматривается экономика как такое экономическое бытие, которое определяет политическую и идеологическую настройку, является основой. Но это надо понимать тоже диалектически, потому что то, что является основой, тоже может быть изменено с помощью явлений из надстройки, в том числе с помощью политики. Пример. Вот берем две революции, буржуазную и социалистическую. И мы подошли к политическим моментам. Что такое революция? Это конфликт между кем и кем. Конфликт между двумя классами. Один класс защищает свое господствующее положение, господствующий класс, поскольку он уже не передовой, а реакционный класс, поскольку уже есть созданы условия объективные для построения следующего общества. Он класс реакционный, а другой класс прогрессивный. Когда и каким образом зарождается капитализм? Что, совершается буржуазная революция, потом идет капитализм? Или сначала капитализм без всякой революции захватывает огромные сферы производства? Сначала промышленность, потом земледелие, сельское хозяйство. И дело потом сводится только к одному – изменить надстройку. Так развивается капитализм? Так? Вот в свое время в России было такое движение народничества. Народники говорили, что у нас особый путь у России. Мы не пойдем по пути капитализма, как Дикий Запад. Мы пойдем своим путем. И, так сказать, дескать, у нас вот община нас приведет. И даже Маркс на эту тему высказывался, так сказать, когда встречался с представителями, видными представителями этих течений, что, ну, может быть, у вас как-то все это легче пойдет, поскольку у вас есть коллективизм, общинность и так далее. Хотя он не присоединялся к этим народникам и критиковал так анархистов. Но когда встал вопрос, а что на самом деле-то происходит в экономике России, надо было этот вопрос научным путем разрешить. Вот Ленин написал такую работу по поводу так называемого вопроса о рынках и показал, что рынок для нашей промышленности, для земледелия в России уже вовсю развивается. Но это была небольшая работа. А когда он подсидел год по делу о союзе борьбы за освобождение рабочего класса здесь, в тюрьме, в какой тюрьме, неизвестно. Так я и не знаю. Вы не знаете? Да, предварительное заключение. А где он был дом? На Шпалерной. На Шпалерной, да? Ну, в путеводителях. На Шпалерной. Вот там похоже, да, вот там. Правильно? Да, там, где рядом с домом музея, домом писателей. Ну, да. Вот. Вот он отсидел год, и потом его отправили в ссылку. А в ссылке он писал книгу «Развитие капитализма в России». Получал через своих родственников необходимые материалы, собирал статистически. Статистика была замечательной, земская статистика в то время, которая все процессы необходимые отражала очень хорошо. И он написал вот такую книгу. Она составила третий том полного собрания сочинений, который доказал на огромном материале фактов,
так сказать, не столько агитировал, сколько просто рассказывал, что происходит в России. Что в России уже в деревне сплошь, не только в городе, и в деревне сплошь капитализм. То есть старое представление о патриархальном хозяйстве, оно изжито уже было. И тем самым доказано, что Россия стала капиталистической страной. Что в ней уже в экономике другой общественный строй, а в политике правил царь, а царь ставленник феодалов, помещиков. Надо сказать, что даже изменились после так называемого освобождения крестьян, крестьяне формально стали не крепостными. Но земля принадлежала кому? Помещикам основная. То, что им, так сказать, дали крестьянам, не обеспечивало хозяйственного оборота. Поэтому крестьянин должен был идти к помещику, да, и просить землица ему, чтобы он дал ему возможность обрабатывать землю, кусок земли, чтобы он дал ему возможность выгона, значит, часть земли для выгона скота, чтобы он мог пойти в лес за грибами и за ягодами. Короче говоря, вы свободный человек, я вас помещик. Так, вы приходите ко мне и говорите: Михаил Васильевич, мне вот надо вот это. Я говорю: да нет вопросов. Работаете 2 дня в неделю, как свободный человек у меня, уже не как крепостной. И вот туда и ходите. Раньше вы работали, может быть, 3 или 4 дня в неделю, когда были крепостным. А теперь вы совершенно свободный. Просто идете и совершенно по вашему желанию. Вы желаете получить эти вот земли себе в пользование? В собственность я вам не отдам, это собственность моя. Вы читали закон? Вас освободили без земли. Вам дали вот это, а это наше. Идите, работайте, пожалуйста. Ну, вы подумали, а вам жить-то надо, семью кормить, семьи большие, по 13-15 человек. Что делать? Ну, вы так и пришли. И уже какой-то труд получился. Только вам зарплата вроде не платится. И не видно, и видна прямо разница между необходимым и прибавочным трудом. Вот вы на меня поработаете, это прибавочный труд. А остальное ваше все необходимое. Будьте здоровы. А потом, пожалуйста, можете продавать то, что вы, на рынок ехать. А там придут перекупщики и скажут: ну, вам же трудно будет на рынке стоять. Вам же работать надо. Давайте мы, значит, продаем ваше. И вы деньги получите. Продукцию. И таким образом у крестьянина эти перекупщики забирали это зерно. И получилось, что зерно продавалось даже на мировом рынке российском, хотя наши крестьяне бедствовали и голодали. Но деревня уже была капиталистической, появились. А, кулаки. Кто такие кулаки? Можете сказать? Что здесь зажиточные? Что зажиточные? Это которые вы за жизнь пьют, что ли? Как зажиточные? Что такое зажиточные крестьяне? Наоборот, вот помните, Сталин говорит, надо, чтобы у нас зажиточное жило, крестьянство, зажиточно. То есть это вовсе не означает, что это кулаки. Кулак – это что? Вот у нас такая ошибочная точка зрения в отношении, что кулак – это какой-то вот крестьянин достаточно такой справный, хорошо работает и так далее. Ну, в этом есть доля истины. Вообще кулаки – это люди, которые трудятся, как правило. Таких кулаков, которые бы не трудились изначально, не бывает. Но кулак – это сельский буржуа. Сельский буржуа. То есть, если это буржуа, ну, который занимается эксплуатацией наемных работников сельских. И это является главным источником его дохода. Если, скажем, я имею 4 наемных работников, я кулак или нет на селе? Кулак, конечно. Вот люди темные говорят – кулак. А люди светлые говорят – надо посмотреть. Вот у меня 8 здоровых сыновей, мужиков. Семьи-то большие были. Я работаю. Эти работают. И жена работает. Нас 10 человек. А этих 4. И они, я им зарплату плачу, поэтому они все, не весь труд я их забираю, а только половину. Ну или там 2/3, но все равно не весь. И в итоге получается, что нельзя про меня сказать, что я живу своим чужим трудом. Я живу в основном своим трудом. Вот как только вы
достигнете такой стадии, когда речь идет о том, что человек живет чужим трудом, когда это будет основной источник, а у меня сейчас он не основной источник, у меня и коровы есть три, и лошади у меня есть, и мельница у меня есть, но основным источником дохода является труд семьи, свой труд. А раз свой труд, то присвоение чужого неоплаченного труда не является главным источником дохода. А что такое присвоение чужого неоплаченного труда? Это определение эксплуатации. Раз эксплуатация не является главным источником моего дохода, извините, я не кулак. Как вы думаете, вот вы не знаете, кто такой кулак, а как вы думаете, те, которые за них проводили раскулачивание, они знали или нет? Я думаю, тоже не особо. Они также учились. Примерно. Там было не только 4 рабочих, а могло быть 40 рабочих. В общем, вся семья. То есть, я хочу сказать, что это не такой простой вопрос. А батраки кто такие? Это кто? Батраки. Слышали такое слово? Слово слышал, но... Да, а батраки – это сельскохозяйственные рабочие. То есть, если... Это не значит, что у вас нету совсем никакого участка, у вас какое-то подсобное хозяйство. Есть подсобное, это от какого слова? Подсоблять, помогать. То есть вашим главным источником дохода является труд на кого? На себя. На меня, а не на себя. Какого на себя? На меня вы будете трудиться. Вы пришли, нанялись, я вам сказал, что вы получите столько. А сколько я получил от вашего? Это вас не касается. Вот вы, я купил что, вас или рабочую силу? Вот когда были вы крепостной были, я вас мог купить, сказал, вот я вас покупаю вместе с семьей или с землей, или без земли, или без семьи, как угодно могли продавать. Как только вы стали свободны, вы свободный человек, вы ко мне приходите, я говорю, вы знаете, так у меня так тяжело с экономикой, я могу платить только вот столько. Я говорю, не, а вы говорите, не, меня это не устраивает. Я говорю, ну, идите погуляйте. И вы пошли, погуляли, погуляли. А мы договорились, все другие кулаки за меньшую, за большую величину мы и не берем. Походили, походили, говорит, Михаил Васильевич, ну, я подумал, да ладно, давайте я буду у вас. А все-таки мы знакомы, как вместе в университете сидели. И дело пошло. А что пошло? Я вас эксплуатирую, а вы являетесь батраком. А то, что этой зарплаты вам маловато. Поэтому вы еще и работаете дополнительно. У меня работаете там 11 часов или 12 часов в день. Крепостной уже меньше работал. Крепостной там 3 дня работал в неделю, а вы каждый день. За исключением, может, воскресенье. И вам приходится еще добывать себе средства к жизни на своем участке дополнительно, если он у вас остался. А если не остался, то не остался. Некоторые от такой жизни узнавали, что в городе больше получают, и уезжали в город. И началось движение из деревни в город. Кто выгонял народ из деревни в города? Кто? Капитализм. Капитализм выгнал народ и стал создавать, так сказать, вот, население городов. В каких условиях жили в городах? Ну, в каких? В плохих. Бараки, скученность, вредный труд, а зарплата больше. А потом эту зарплату везли там, семьи там оставались первое время. Потом кто-то перебирался в город и так далее. Короче говоря, в 19 веке Россия стала капиталистической страной не только в городе, но и в деревне. По экономике, по экономическим параметрам. А в политическом плане, ну как правило, этот феодальный класс, так он продолжает править. То есть те бывшие помещики стали землевладельцами. И стали, все равно они отличаются от других по собственности. Они стали землевладельцами и продолжали править, и тормозить все развитие. Отсюда и результат. Почему так спокойно и быстро и легко прошла буржуазная революция в России? А потому что она ничего коренного такого в экономике уже не решала. То есть нужно было прийти и сказать, ну слушай, Николай, надо отказаться от власти. А кто сказали? Ну уже война шла. Представители буржуазного класса, так сказать, которые в армии присутствовали, намекнули царю, что лучше ему добровольно отказаться. Он, ладно, я отказываюсь в пользу царя, в пользу Михаила, пусть он будет царствовать. Михаил говорит, а зачем мне это надо? И говорит, я вообще-то принимаю этот крест
Но я передаю на решение Думы, там, правительства, пусть они решают. И пусть потом народ решит учредительное собрание, как, какую форму правления он изберет. То есть Михаил уже оттолкнулся от этого самого звания. И совершилась буржуазная революция в России. Что значит, как она свершилась? Сначала капитализм вырос в рамках феодализма, а потом привели в порядок и надстройку. Социалистическая революция вроде бы совершается прямо противоположным образом. Если под революцией понимать не только захват власти, а переход от одной формации, менее прогрессивной, к более прогрессивной, значит, то, что капитализм – это общественный характер производства, у нас уже, раз капитализм был уже в деревне, Россия была капиталистической страной, находилась она на 5-м месте по уровню экономического развития в мире, и некоторые люди читали там у Ленина, что написано, что это вот слабое звено империализма. Слабое в смысле, что оно из империализма может быть вырвано. А не в том смысле, что это слабая страна. Это была среднеразвитая страна. Даже не средняя. Ну вот как вы? Говорят, вот Россия была отсталая страна. Ну 5-е место – это сильно отсталое? Представляете, там соревнования всех стран, 100 стран. И это 5-е место, а есть 25-е, 30-е, 70-е. Чем же она отстала, если у нее 5-е место? Но слабым звеном она действительно была, потому что буржуазия только-только пришла к власти. Она пришла к власти в условиях войны. И ничего лучшего не нашла, как гнать на убой людей, потому что сначала смертную казнь отменили, а потом ввели смертную казнь для тех, кто убегает с фронта. В то же время внутри буржуазии тоже в самые разные течения действовали. И на буржуазии никаких крутых мер против бывших феодалов не применяла тогда. Сторонники бывших феодалов решили налаживать по-другому власть в России. Отсюда Корниловский мятеж. Корниловский мятеж привел к тому, что Временное правительство попросило большевиков защищать его. Временное правительство. Большевики пришли, в том числе с Авроры, защищать Зимний дворец. Но кто защищает, то и знает, куда туда пойти, где вход, чтобы потом не надо было искать ходы и выходы в этом Зимнем дворце. Чтобы защитить, нужно было создать Красную гвардию. Большевики создали Красную гвардию. Советы получили органы, которые обеспечивали порядок. И воцарилось двоевластие. Временное правительство увидело, что рядом с ним образуется еще какая-то власть. И оно решило, что надо части воинских вывести из Петрограда. А Петроградский совет говорит, не надо выводить. Петроградский совет – это же не учредительное собрание, это орган, который вырос снизу по председательству от предприятий. Его никуда не денешь. Причем первые советы были эсеры-меньшевистские, они как бы при временном правительстве существовали. Первым председателем совета был Керенский изначально, поэтому вроде бы как все так хорошо шло. А перевыборы советов пошли после подавления Корниловского мятежа. И вот часть этих советов стала большевистскими. Это Московский совет, Петроградский совет и войска Северного фронта. Все. А город является ведущим. Деревня шла за городом и пойдет за городом. Поэтому большевики взяли власть, передали. Они, вернее, не взяли ту власть, которая была, они создали новую власть, советскую. А там Россия как-то стала отмирать, потому что из нее стали забирать лучшие кадры, причем оплачивали не по советским меркам, на уровне среднего рабочего, как Ленин писал в «Государстве революции», а по буржуазным меркам. Буржуазных спецов оплачивали, взяли оттуда военных спецов, причем на уровне более высоком, чем в белой армии. Сейчас уже есть статистика, и по этой статистике видно, что наиболее квалифицированные царские офицеры самого высокого уровня пошли к большевикам. Менее квалифицированные пошли к белогвардейцам. Почему? А потому что военные как рассуждали? Военные, которые вовсе не большевики и не коммунисты. Что вот это наше правительство, в смысле российское, а это Антанта.
Белогвардейские это правительства, они все вооружаются Антантой, направляются Антантой. Ну, а и мы Антанте не собираемся служить. Мы все-таки русские офицеры, а в эту политику мы не вмешиваемся. Есть они, это русское правительство, пусть они решают этот вопрос о правительстве сами. Наше дело вот выполнять свою волю как военным, служить своему правительству и все. И они шли к большевикам, тем более, что большевики платили, а иначе они бы стояли и зажигалками торговали. Генерал. Вот это, кстати, показывает, ну, просто вот это, эти события показывают дурость нынешних властей на Украине. Они что придумали? Давайте, говорит, сделаем иллюстрацию. Давайте не будем брать никого из тех, кто был при Януковиче. Такой дурости никогда не было в России, ни при революции, ни при контрреволюции. Вот когда у нас после разрушения Советского Союза воцарилась буржуазная власть, ну как вы думаете, кто это, что разгоняло на этих специалистов буржуазии? Нет. Я был в 90-91 году членом обкома, и у нас газета там была, я в Смольный все время ходил. Основная масса, все как сидели, на этих же местах остались. Поменялись только верхушки. А аппарат весь остался, и он продолжал работать уже теперь на новой власти. А если бы всех их разогнали, так кризис бы начался. А у большевиков никакого кризиса не было в этом смысле. Пришли люди работать, советские аппараты работали. Ну что, телефонистов надо менять, потому что вы служили, видите ли, при Керенском. Ну, служили или при царе. Ну, хорошо, что вы служили. Генерал служил при царе, был в генеральном штабе. И чего же его не брать? Его и брали. А что сейчас получилось на Украине? Они взяли и написали, что никого мы будем брать, кто принял. И кто вот шпана всякая, шантропа, которая вообще не может ничем управлять, значит, она ничего не может сделать, тогда давайте приглашать из Грузии тех, кого оттуда выгнали. Ну, это же смешно, что у них нет никаких своих кадров. И они, значит, притащили на Одесскую область бывшего президента Грузии. Это выглядит смешно и нелепо. Нашли специалиста. Там он разрушал Грузию, и теперь он будет налаживать Одессу. А потусторонние силы как действуют у нас? Вот, так что, с чего началось? Началось с установления власти, вроде в обратном направлении. Еще и экономика какая была? 25 октября большевики взяли власть, а они передали власть Советам. Второй съезд Советов назначил правительство. И, а какая экономика была на следующий день? Ну, какая была? Буржуазная. А через неделю тоже буржуазная. А в декабре 17 года какая была экономика? Буржуазная. Да когда началось-то, что она не буржуазная? А вот когда появился декрет о рабочем контроле, она все равно была буржуазная. Ну, стояли рабочие и смотрели, как управляют капиталисты. И все. Ну, что вы, рабочий контроль. То есть не давали разрушать производство. Единственное, что не давали. Вот, а вести, пожалуйста, ведите, как обычно. И только когда началась национализация, а национализация началась в 1918 году, только тогда стало создаваться, начало только, первые шаги к созданию уже другого хозяйства. Хотя, как говорил Ленин, мы больше национализировали, чем можем переварить. Потому что по плану производство не развивалось, поэтому целый сектор образовался, как называемый госкапиталистический. Когда хозяйство ведется по-прежнему, так как велось, но считается предприятие социалистическим, государственным. Считается, а ничего такого государственного нет. Оно вот как наш Госпром, он же государственное предприятие. Государственное. И что? Ну так же оно и при Ленине было. Было предприятие, оно отдавало деньги, часть государству, прибыль. А вело, как обычно, на рынок ориентируясь. А в чем тогда, как же тогда могло получиться, что политика могла перебороть вроде экономику? Но дело в том, что рабочий класс, который проводил эту революцию, он есть порождение экономическое, правильно? Экономическое порождение. И рабочий класс, его, он, будучи в капиталистической экономике, заинтересован в ее превращении в социалистическую. Это вот и есть тот корень, который позволил постепенно подвести под политическую, социалистическую надстройку экономический базис, тоже социалистический. И общественная собственность у нас была построена после коллективизации, потому что в деревне это была частная царила, и революция в деревне прошла только после 1928 года. Только в середине 30-х годов, когда у нас появилась
Планомерное подчинение всей экономики общественным интересам, мы могли сказать, что это общественная собственность на средства производства. Поэтому, несмотря на то, что экономика первична, там, политика вторична, это в нормальном положении, а когда идет переход, то они как бы меняются местами. И политика, и идеология могут играть значительную роль вот в решении этой проблемы. Вот это мы должны понимать, и мы уже с вами подошли к тем политическим моментам, о которых у нас заявлено в главе курса, что это политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Ну, в широком смысле революция – это большой социальный конфликт, как вы понимаете, и трудовой, потому что поменялась форма производства, и собственность производства в производстве поменялась, и, соответственно, и политические все составляющие тоже изменились. Но мы должны это видеть не только в таких крупных таких преобразованиях, а, видите, так сказать, в более частных случаях. На этом, я думаю, мы можем закончить. Да? Спасибо за внимание.